Coño. Se te tiene coño. Coño. Se te tiene coño. Так, в итоге тут хиппи разделся на три группировки. Пойдем, спросим, что у них происходит. О, заебал, вот идем. Подожди, это хиппи. Что происходит? Брат, ни деньгами не удивишь, понял? Я могу сейчас выебывать. Брат, Ахуса, Тюрком, брат. Тюрксан? Гюрдистан, да. Гюрстан, Тюрксан? Аралар, да, сан? А? Аралар, да, сан? Не дай? Харда яшерли, да. Да, абсолютно. Беремен, да? Абширонский там, да? Серьезно? Да, ты че? Я вчера в Абширонске был. Серьезно? Да. Ты, у кого, брат? А, бля, перед Саяна говорит, бля, я ебал этот Абширонск, брат. Такой конченый, блядь. Да, есть такой, брат. Братан, я его сыпал. Не поспорю даже, если честно. Я вчера с Типом одним зацепился, блядь, там. Прям в городе? Или не доезжая? Да, да, в городе, в самом городе, блядь. Серьезно? Бля, буду. На газели поехал. Капланом отсюда, это понял? Это чуть-чуть не зацепил, понял? Его забор, он вышел на меня, блядь, газует, короче. А я, ну, не конфликтный человек, понял? Ну, задним, да, тоже ёхта, понял? Я, ну, блядь, сухо газ веришь, дырасма, блядь. Капмаз, галнус, ну, блядь, да, чуть не снес. Я говорю, слышишь, говорю, не снес же, говорю, бриндиси. Чиндиси, да, говорю, кто, ну, блядь, специально это хотел сделать, я его рот ебал, да. Вот. В общем, блядь. Решил? Решил, брат. Конечно, решил. Я на газ верю. Ни за что, понял? А он... Ну, я его осадил нормально. Все, правильно, да? Да. А, по нас фонарики, если вы, ваше направление, ваше местоположение. Мы здесь, брат, газполный. Сердцебиение, давление. Это хуйня, здесь вообще... Не, ладно. Ты вначале что сказал, брат? Насчет? Я не услышал. Давление, сердцебиение, газполный. Похож на Умара, да? Очень. Колено, блин. Да, пиздец похож, очень. Не раскачивай, да, по-братски. Арно тоже мой близкий оказался, понял, брат. Не признай, просто я ебал. Наслушайся, Ирам, братуха. Нас позвал, брат, в воскресенье. Подожди, брат. Наша. Вот пацан подошел, Руставский, да. Я говорю, блатату знаешь? Он говорит, брат, я с 7 лет ушел. Но, брат, я знаешь, какой тип, братуха. Вот я и могу и людское, понял. И, бля, хочешь стримерское, хочешь то все, а ну. Стримерское тоже есть? Стримерское. Да, брат, любой. Любой, брат. Понятия вообще. Того рот не брал. Знаешь, Оксань, я тебе сразу, мы подошли, я вот. Ау, ты именно мой брат, спасибо. Понюхнусь, именно, брат, знаешь, как фох и мерит, оху. Сейчас просто один хороший тёлку мне зацепить. Сейчас чью-то маму выебу, знаешь. Маму ебал, именно, бля, сечем. Это самое последнее. Да, ну, конечно, для меня. Братья, я могу, братья, один вас? Поцелуй меня, брат. Не-не, поцелуй один. А, ну, все. Главное, людьми будем и все. Вот, а мы когда людьми не были, брат. Даже. Наш брат это тоже. Вот Сэма, видишь, брат, видишь? Наш брат. У меня когда мама говорит, что я с Сэмом, понял? Все, брат. Как будто с Абульфата, брат. То же самое, что я с Ишханом. Да, а вскоре Ишхан, пиздец, брат. Ишхан, именно все, брат. Ну, да, видел машину? Так это Илья, два. Хорошая, твоя, да? Сяду внутрь, по-братски. По-братски, пойди сяду. О, где-то порядец на нее. О, бля, она очень хорошая, бля, молодец. Очень охуительно собрал, ты знаешь? Пиздец, блядь. Снизу какая подсветка будет? А, не открывай. Вай, Эрла. Где-то сколько? Двухлитровая хотя бы. Вай, бля, молодец. Нахуй мне стикс надо. Она Эрлайн, да? Подожди, стик упал. Нахуй. Фонариком посвети. Делай. Убери стик. Он только помыл, бля, сейчас в рот выебет. Это что, брат? Это там свои. А вот это пикалки, микалки, где это? Это же, даже. Да, не буду показывать. Ты покажи пальцем, я не буду показывать на стриме. Да можешь показывать, похуй, камеры все равно нету. Ау, брат, за что делать надо? Какой один... нажимать? Какой нажимать? Один раз нажми, пожалуйста. Охранник попросил не нажимать. Охуенно. Ау, бункер я. А ну дай бункер сяду. Еще раз. А ну бункер. Вах, мам, ебал. Бля, молодец, на зеленый. На нее. Брат, она какая чистая, даже садится жалко. Охуенная. Даже жалко. Нахуй, садись. Там целлофан, целлофан на сиденье. Арно, брат, мне жалко садиться. Садись, брат. Да, это как делает. О, хуй, какой большой, блядь. Брат, какая она чистая. Брат, смотри, смотри, что есть, брат. Слышь, не нажимай, брат, охранник пугается. Да, да. Бля, молодец, она хорошая. Запах. Мы сейчас в тонировку сядем, брат. Тонировку закрывай. Закрыто, брат. Да.
Стань. Арно. Она тут такая чистая, брат. Ксенок. Брат, какая она чистая. Нихуя ты сзади включил, брат. Дышать можно вообще? Брат, чуть Airline, да, руль у тебя? Бля, молодец. Она зеленая. Она что, она провизионка? Нет, я все сам. Все сам поставил? Бля, молодец. Airline, вот это поставил, да ты? Полегом, а Тигуан, да? Да. Бля, я же вагабот. У меня же Golf GTI был, бля, 6-й. Я все разбираюсь в этих машинах, знаешь? От А до Я. Ты Рошана знаешь? Да. Ну как, видно, да, подстав. 86 тысяч пробег, маленький еще. Да не. ДСГ? Проверяй, хочешь поработать? Хочешь проверю? Проверяй. Сцепление как? Менялся? Брат, ее дороже 2 миллионов не купят. Бля, хорошее сцепление. Молодец. А, целая, брат. О, брат, что это? Ушел. А, вот это какая хуйня, да, у тебя? Молодец. Молодец, блядь. А где? Ага. А я знаю фамилию. А я с тобой тун. Бля, молодец. Кнопки работают. Уходите, мы здесь сами сидим. Не, хорошо сделал, брат. Знаешь, бывает колхозно смотрится, это отлично сделано, брат. Не, хорошо сделано. Вот это родное? Подсветка? Да. Не, это я сам. Да нахуй. И пойдем посмотрим, как родное. Да, красиво. Очень. Абсолютно. Даже отснимите это. А ну же. О, блин, хлопаешь. Шачи в каком разгоне. Бля, черный потолок и полный период. Белый потолок тоже охуительный. Бля, черный пиздец ты очень аккуратно поставил, брат. Очень. Она меняется. Нет, яркость. Ну что, красный охуительный. Да, я как соскучился по этой приборке, да в рот ебал. Брат, давайте один не поменяйте, ты ему ешку, а ты ешку забираешь, брат. Ключ просто. Что за объем? 53-й, брат. Брат, Базон, нехуй там. Равшан уже сказал завтра. Там 500 сил, брат. Равшан. Так, на ней не смотри одним глазом. А, где защита, да? Шито, да, 500 сил там ровно. Перестейдж. А! Завтра хинкан. Хинкан идем хавать, когда не ехать. Какой адрес? Завтра ты накрываешь? Подожди. Тургенев 122. Ой, блин, Арно! Накрываю, того рот. Делаешь, брат, пол. Кто не приедет, тут. Твое кафе, что ли? Да. А, вот тут же без знакомых? Нет, сейчас познакомимся. Хинкальная есть, значит, брат. Неправильно сказал, брат. Хинкальная. Я завтра, я говорю. Курбан хаджи. Джету жалко, сука, помыл ее сегодня. Чисто, брат. Где был, брат, скажи, сам? Бля, помыли. Сколько раз на тренировку ебут, честно скажу, в день? Да хуя. Ой, бля. Брат, если тебе пленку покажешь, сможешь? А эту хуйню находили, пах-пах-пах? У меня же нет этого. А, да, нет. А, это все монтаж был. Это здесь случалось? Конечно, музыка была. А, бля. Хорошо, у тебя Тигуан, я тут разбираюсь. А Тигуан или нет, сейчас посмотрю. Не, не Тигуан это. Как понял? А, не, большая, она Тигуан, реально. Ты так делаешь? Карплей, Орос Калери. Орос Калери есть? От Тигуана по-любому. Если карплей, то от Тигуана. От последнего причем. У них здесь эти приборки, я их все... А, карплей реально. Молодец, от Тигуана у тебя стоит. Сколько, 30 стоит? Нет, я за 15. Вау, дешево, блядь. Очень дешево. На GTA просто 6 был. Это Лемар, брат? Нет, это Сан-Контрол. Пасинат? Сан-Контрол-то? Бош тоже на месте. Молодец, Бош что? Да. Армянский? Музыка тоже стоит. Хаястанский Бош? Нет. Хаястанский сгорел, мере. Коля звонит, нормально. Е, вот научили. Ворот это с нас говорят, да? Так что, чувачка есть, молодец. С девочками катается, значит, понял? Слышите? У вас зарядка, все, брат. А, брат. Пойдемте бухать, эти машины. Брат, вот откуда появился, брат, болт этот? Это секретка. Секретка. Пойдем пить. Делаешь музыку? Нихуя тут! Все как в кино, дым сигарет, бьется вино, падает свет. Я не один, рядом друзья, значит сегодня лепей до утра. Сердце кричит, бросит огня, сори, диджей, это не для меня. Нотки восточные мне дай, и все друзей. Да, брат, тише, да, сделать? Все, хорошо, брат. Спальный район просто люди. Забыли в моменте, брат. Брат, ты, брат, что ты, бля, этот? Все, глуши. Брат, что это, Люмар, брат? Не, Сантек. Сан-контрол. Сан-контрол. То же самое, Сантек. На зеленый. Пойдем. Ушел Доля. Да, последний, значит, последний. По-любому. Шачира, Рената позови. Чуть потише сделай, брат. Амрел ушел. И бро. Ау, ну шо? Вау!
вовсе, ну, натурно. Как этого пацана мужика зовут, брат в Ереване, что это делает постоянно? Дрыхачок. Да, дрыхачок точно. Ты знаешь его? Назад, все, хватит, да, заглушим. Хватит, брат, уже бензин сел уже, опять. Ирлайн, ты кори? Ирлайн, да это? Бля, приора бомбовая сейчас. На зеленый, да? Хороший приор. Бля, хороший, знаешь, такой бодрая машина, бля, молодец, на зеленый. Смотри, полный оперстал, бункер. А ну, сделай еще раз, сделай, сделай. Он пиздец радуется, когда его хвалят машину. Бля, молодец, реально хорошо. Что там, брат, шепчешь, ты? Ты где, бля, где моя машина, тыкву? Заебал, давай быстро. Я знаю, что делал. Видишь, дырки, нихуя нету на бампере. Почему? Да, магнит внутрь засунул, да, брат? Даже, даже. Это, братан, джета, бля, дороже М5 стоит. Вот это? Да ебать, бля. Нет, ты магнит два поставил, да? Молодец. Базара нет. Это саки у тебя, брат? Да. Это РКС? Бля, толстый, смотри. А, у три тройки, моя любимая он цифра, тройка. Не так сильно сейчас, знаешь. На зеленый. Нет. А что, не купил? Бля, нет, бля, да. Нет. О. Машину а купил. А когда же? Машину, это же. Машину купил, номера не купил, мне не хватило, ебаный, брат. Бля, ну она выглядит пиздец, охуенно. Пиздец, брат. А ебашь, знаешь, охуй-то. 4 секунды до сотки, брат. Перед. Ладно, я. Ты скажи, кто за рулем поедет. Куда? Какой рулем? Здесь стоит, до утра будет, нахуй. Все, базар. Завтра куда едем? Тургенев 122, охуительный хинкали кушать. Кто не приедет, тот кто? Кто это гандон? Все, база. Не мужчина. Пойдем вперед, дед. Ау, я походу в хасте, да уже? Незаметно на мне? Я же трезвый, да? Незаметно же на мне. Зарядка! А как ведутся бьют фатаны! Поставил! Мой милый друг, не надо а зеленый! Ты спишь в пусте, как не снится. Любимый дом, ничего. Один драчильню, дайте да, мне, один драчильню, драчильню. Блять, у меня 2 часа назад понос был, пропал, маму ебал. Драчильню обосрусь. А как забьют фонтаны. Блять, массаж буду делать, обосрусь прям на койку, маму ебал. Ма, кушай. Здорово! Здорово, братья, как? Я тоже как встретился. Подвинься, брат, сяду. А зеленый? Смотри, где потерял. Что-то бухает. С грузинами. Смотри, легенда. На! Кушай! И! Открывайся, бьют фонтаны! Помидор? А ну где? Умер же он! Открывайся, бьют фонтаны! Вот он! О, здорово! Адам, с днём рождения, брат, на него! С днём рождения! В городе же, Адам! Адам, Майкопский городе! Нет, второй, где? Под жопой! Мой милый друг, не надо грусти! Ты любишь снова, и будет грусти! Смотрите, чел пишет. И за ним тип пишет. Раз, какая дрочильня. Адам, ночью едем в Макдональдс. Куэфси. Кто это, брат? Салют. Сервер. Мойка. Ура! Мне лента в рот ебал, знаете. Клянусь, блин. Надо, сами идите, надо. Ушел.
Мне похуй, сами идите. И много людей хороших на земле, так много. И достойных много. И рядом тоже всегда я рад. О, только для всех дороже. На маму оба сильно мы похожи. И это мой родной любимый брат. Сёрани! Лучше и лучше, на солнце не круче. Мой брат! Опа! Всё тобой полечу, за тобой побегу. Вот мой брат, да? Лучше и лучше, лучше и круче. Мой брат! Один плюс один! Завтра не ждите стрима. Полный газ, трахаться я не буду. Руставский тип. Я говорю злой, знаешь? Он говорит, слышал. Сделайте музыку по-братски. Он просто сказал, что он пиздец попиздал все стрелы. Реально? Все, выебал, говорит, включите, говорит, я покажу. Реально? Давай, делай. Что будешь против него? Я сама тебя. Как тебе меня терять? Как тебе твои дела? Я же против все сказал. Я когда не делал, я не говорю. Чем играет платина? Я влюблен с тобой. Я влюблен в тебя. Как тебе меня терять? Как тебе твои дела? У нас диванный движ, блядь. Может это назад? Я пьяный. Я не бог.
делаю штуку, я не утешу, а там и на небо трубку. Оно нас пишет, за деньги в автор, в инстаграме бан, он тем, кто был богом дан. Он замело, но ему назло. И девочка танцует, все пройдет скоро. Даже для тоску он забудет скоро. Девочка кружит, танцы с этой болью, выжимает чувства крепким алкоголем. А мы какие тёлки? Сейчас гадим лицу. Эй, здорово! Хорошее место. Вылетать, следующим сам больше не достанет шанс. Деньги! Модератор, на! Бери зарплату, на! В инстаграме бан, он, кто был богом дан, а душе не шло. Модер! Девочка танцует, все пройдет и скоро. Разгоняй танцу, он там будет скоро. Девочка кружит, танцы с этой болью. Иза, самка, голоде! Моя любимая играет. Манекен заебал, дай, да, потрогать ее, заебал хоть немного. Заебал, блядь. Дай, дай за самку мне, по-братски. Свингер пати. А где Ренат? Я не знаю, клянусь. Я не знаю, где он. Я не знаю, того рот ебал. Где Ренат? Срал. Срал? Охуеть, срал. Я же не выснулся нихуя, но мне похуй. Жара. Бля, видели? И с самки фотосессию. Чистки видно было, охуительно! Кого? Из-за самки. По правилам? Да. Сейчас будет жара, потому что... Вот, друзья, из Пятигорска. Следующая жара для Самвела. Удивительно, но у Самвела есть друзья. Еще из Пятигорска. Любимая песня Самвела, поехали. А? Сам Велик, что любишь слушать? Ебать, музыка! Что это? Я такой не люблю. Не знаешь? Это AC/DC. Серьезно? Это же они, да? Одежду, как кто-то.
Я на улицу, посмотри, пускай. Блядь. Всем благополучия, братья. Слава вам всем, пацаны. А то, что мы еще присоединимся. Взаимно. Юра хорошая, не? У меня одного только на глаз наплевать. Раскачивать, знаешь, брат. С каждым. Оу, брат, она какая охуенная. Оу, я как раскачиваю, увидел. Да? Да, пьес каждым. Чего? Говорят, ты охуенный. Ха, бля, буду. Да? Да. Ну, нихуя плохого не говорю. О, пойдем пить, да? Заебался пить. Я заебал, я пойду пить дальше. Сим, у меня братья шоток с Грузии пошел. Айзан. Цан Саугурбан. Яле, в Черни знали, ебаный. В Черниз, брат. Чефелеме, и сам Айзан Андолсон, брат. Чефелеме, я не больше штурган. Эле, брат. Азмаз камералар курдуду. Дальше больше. Дальше больше вар. Конечно, вар. Вар. Дальше больше. Ондан да чалме кутардана, брат. Сен дейлен, чи тема вар, брат. 3-4 тана дындык вар, кетти. Я анасını сикем кетмеяни var yok nu sikem be brat. Hadi brat getmeler bu sene sikem. Ben o ele. Al vur. Var yok nu siki. Yüreyse ne brat? Вот, Саня тоже наш брат. Похуй, пойдём цепочку зажим, покайфуем. Похуй, брат. Мы целый зажим, покайфуем. Всё, почему покайфуем? Хоть дом заложим, похуй. Цело 6.3. 6.3. Брат, 43. Не, 6.3, брат. Var yok nu siki. Продолжаем. Бир дана, блядь, задний привод, блядь, тан. Задний ли полный? Задний, брат. Катуха! А! Он, а. Блядь, ебучая, блядь. Брат, это первая же, да? Ты собрал ты ее? Не-не, вторая. Вторая? Да. А, все вижу, брат, все вижу. Прима, молодой пацан. Бля, хороший. Минус 90, да? Да. Это в СМПО или что это? Прямо. Давай, давай, давай. Стингер? А что? Фокс. Фокс? А, блин, хороший выклоп. Фокс хороший. Редкий, да, он же? Да. Ну, я уже не... Да, уже не... Первый не воткнись, а не было. Вот холодный еще. Фокс хороший выклоп, очень. СТТ тоже хороший, да? Да, у меня половина СТТ стоит. Половина Фокс, да? Фокс, да. Я тебе недавно взял первую и полностью вторую собрал, понял? Кроме салона. Бля, вот эта панелька пиздец дорого стоит, я его. Да. Сколько он там? 25, по-моему. Да, еще мозги надо купить, блядь. Пиздец тоже дорого, я его. Ну я поставил Black Edition диск. Ну что, в сок, типа. А, ну, да. И еще я этим в домике поставил, блядь. Она мне вот так, блядь. Ну ты поднял. Да, поднял. Бля, спортивный стоит. Да, я так и понял. Минус 90. Хороший выход, Фокс, пиздец, блядь. Ты здесь кайфуешь, да, блядь? На твоей блядь, нету не такого похуй. Звука. На дизеле нету такого. Блядь, да? День рождения, блядь. Да, можно сяду, да? Да, я сяду по-братски. Все, я пошел. Вторая приора, посмотрите, как выглядит. Блядь, они меня в рот блядь. Какая чистая, блядь. Ау, блядь, какая охуенная. Руль такой же у меня. Бля, приборка, ебать, охуенно. Сколько такая приборка стоит? Посмотри, как она блестит, блядь. А, вот она, это, блядь. Вот, вот это, бля, приборка, бля, какая охуенная. Карта второй приоры, да? Тут ткань, да? Смотри, как аккуратно сделал. Дырки сделал, смотри. Брат, приехал уверенно, 700 тысяч продаем. Кому брат, то я только недавно купил, брат. Не, кому-нибудь предложить нам за это. 700? Да. 700 отдаешь? 700 тысяч, брат. Какой год? На... 14. Ау, нихуя себе. На валах, брат, на блокировке, на всей хуйне, на заряде. Какие, какие валы стоят? Уже нету валы. А, уже нету? А, нету? Ну, брат, а как уверенно едет. Она на электроусилителе, да? Да, да, да. Электроусилитель, вижу. Полировка, кинематика, филировка, полировка, тонировка. Бля, хорошая, просто, пиздец. Там вроде тебя хорошая приора. Я вообще думаю, пацаны, приора, знаете, сколько стоит? Вы охуеете от жизни. Я так понял, вот эти стойки черные не продаются, да? Их надо будет красить. Брат, и они же не продаются черными. А смысл их покупать можно? Красишь и черный потолок делаешь, да? Потолок я не буду делать, я всегда в бункере ездил. Я сейчас просто расклеил, да, так захотел поездить. Прикольно смотрится, да, очень честно. Вообще свежо смотрится. Сейчас я обратно затонируюсь 20 числа, ой, 26-го точнее. И вот это сниму, этот покрасит. Черный, да? Да. А то, чтобы не, ну, не просвечивало. Да, и так не просвечивало. А потолки есть черные же, например? Нет, надо красить. Красить, да? То есть черных нет потолков? Не видел, нету. Бля, пиздец. Ну да, тут дохуя нужно, вот это черный, вот это черный, вот это черный надо будет. Это черный. Типа, такой хуй найдешь же.
Не, руль электровозитель охуенный. Оп. Да, очень легкий. Да, охуенная машина. На 16 дисках вообще легко крутится. Вообще охуенно. Это сами делали, да, дырки здесь? Я сам установил это. Аккуратно, да, там сделал. Там одна дырка. Да, аккуратно сделал. Это мешалка. Я не стал в дверях делать. Мне осталось внутри. Я снаружи полностью второй собрал. Теперь надо внутри. А внутри пиздец дорого вторую делать. Я дороже, чем снаружи, блядь. Это космос? Да. Да? Ну тоже космос. Сине-черный. Да, сине-черный космос, да. У меня точно такой же цвет. Охуенный. Бля, ну у тебя состояние пиздец. Охуенное, если честно. Ну да, она подгонит. Кто-то облокачивался уже, видишь? Не, ну, я смотрю, что кузов охуенный. А, брат, охуенно, бля, мне нравится. С музыкой всем радуешь, брат? Охуенно. Целлофан, брат. А Лада Приора вот тут, на второй Приоре же не здесь стоит? На 14-й год, короче, а, здесь, здесь, да, стоит? 15-й а, год уже вот здесь вот шла, да, понял, короче, да. А я переделал, я сделал здесь Лада, здесь Приора, как, да, как на второй сделал. У меня 17-й год была, брат, я это тоже продал. Это завода так, все. Да, я понял. Не менял. Вот этот глушитель тоже, брат, мне хотят, тут, блядь, глушоеб есть, можно подсадить. Тут диски, блядь, хуй знает, сколько стоит. Брат, диски, честно, оригинал же, да, брат, если это оригинал, они 16-го года у меня. Брат, они диски охуенные. Да, знаю, все было хорошо. Они белого цвета были, я их покрасил порошковой краской. Это порошковая краска. Покрашиваю. Выхлоп приятный, пиздец. Фокс, на хату, когда едешь, шел, ничего. Фокс охуенный выхлоп. Хватит. Это Фокс, да. Бля, Фокс хороший выхлоп, сука. Его уже нет нигде. Я на Жигули хотел, Фокс не нашел. Бля, хорошая, в хроме вся. Бля, это обороты. Ну вот это еще охуительно. Но вот это вообще, бля. Вах, свой рот ебал. Это моя машина? Я ее маму. А! Что ты снимаешь, блядь? Все, давай, брат. Да, поехал. Давай, брат. Удачи тебе. Взаимно, брат. Завтра куда едем? Тургенев 122. Арина! Инер в голове. А как называется? Снится, а я не знаю, ты не говорил. Хингали хаус. Хингали хаус, запомнил. Все. Завтра едем? Едем. Я твой номер записал? Да. Все. Ты мой номер записал? Yes. Покажи. А, я звонил, но не записал. Бля, смотри, уже сзади. Бля, я потому что не успел даже это оглянуться, бля. Хорошо. Мы завтра хинкальный, брат, собираем. Сейчас, звоню. Вот твой номер. Рафсан блогер. Как написать тебя? Ишхан смотрящий. Ишхан смотрящий? Нет. Брат, как? Ишхан? Краснодар. Ишхан? Ишхан хинкальный. Ихан записывай. Ихан записывай. Ишхан Тургенева. Тургенева 122. Ишхан Гаспол. Нас. Пол. Газ, пол, Тургенева 122, брат, запиши хингальное. Только она проснулся нам, и все. Брат, в любое время. Ой. Ты на мой номер записал? Да, записал. Да. На. Запиши мой номер. У него есть вот. А ты, значит, два. Честно. Там что происходит? Пойди посмотри, поснимай. Писвай. Маму ебал. Просто то, что вы есть, да, вы есть здесь, понял? А спецохранник того маму ебал. Там ебальник кинул, брат, мне вообще похуй. А тёлка, брат, я их рот ебал, выебывается, блядь. А она с чем? Слышишь, что я тебе так скажу? Да. По дагестанской схеме возьми, большой шум. О! Да, понял, ма. Все, большой шум. Честно говоря, скап. Я подержу вам дверь, где вы? Достань, не держи. Какой джентльмен. Нихуя, что ебал. Никогда нет. Нет, ты что сидим, брат? В Грузию? Вот это, как это, блядь, тёлка? Я не могу в Грузию, брат. Почему? Через Беларусь надо ехать. Ахуеть. Бля, я хотел с кайфом вот это, как это, тёлка назвать, когда нарисована, не валяшка, вот это, бургеры пахать, честно говоря. Которые? Я не могу в Грузию. Красного вот этого цвета, блядь, как это бургеры назвать? А, понял? Нет. Типа крутой бургер, американский вот этот, когда мы хавали. Бургер, да, помнишь, мы хавали в этом, рядом? Я их маму ебал, сколько где, людей. Где это, ну, где Азербайджан, ну, блядь, брат, скажи. Я в кайф, иди нахуй. Где Макдональдс? Где мы полировали, блядь, машину? Нет. Сабур Талон? Где мне полировку? Не доезжай, Макдональдс, это сейчас я думаю, где мы не снимали тонировку, помнишь? Брат. Нет. Тонировку, что ли, снимали, блядь? В складе. А, возле, да. Склада. War Heavy. War Heavy. Да. Там торговый центр, где мы мышку искали. Да. Там мы кушали бургеры крафти, блядь, американские. А, и что, поправили тебя? А, в этом, блядь. Тебе поправили они? Это вся хуйня. Я с ней разговаривал. Не понимать, не понимать. Я говорю, заебало, блядь, два слова. Короче, это щелец его, да. Я хотел... Шеди детха, понял, хотел пару слов. Ну это вся хуйня, понял, короче? Я говорю, он не понимает, понял? Бля, пару слов по-русски сижу, я с Армении приехал. Они, походу, понял. Ладно, все хуйня, с бензина охуел, пацаны? Я не заправлялся, я в Армении заправился и газ дал дальше. А, хорош, молодец. У меня просто... Я... О! Предохранитель сработал.
У меня гандонская машина 30 литров бензина хавает, я рот. Это я, брат. Да, поклянусь. Клянусь, да я, вот смотри. Пацаны подтвердят. Узнал, брат, смотри. Я смотрю, пиздец, и смотри, блядь. Поставляй, зато тоже имел, брат. Сейчас отрасыл, узнаешь потом, брат. Брат, вы похуй, но мы за 2 ляма постригли. Бля, это что за смотри, я сука хахастый. А вас которого? Это-то. О, вот это вот. Бля, какой волосатый захуительный. Вот он. А нахуй ты ебанул, блядь? За 2 ляма, брат. За 2 ляма не ебанул, блядь. Самая охуенная... За 2 ляма я выебанул. Ты с кем на целый съехал, когда ты выпил, блядь? Вот он, блядь. Вот, домоёб. На чёрном? Да. Да, ну всё равно. Бля, я чёрный целый продал, знаешь почему? Блядь, ебать какой знакомый, блядь. Деньги в кармане, пацан, говорит, давай поменяем. Чё-то я, бля, похуй, я по-русски не понимаю, идите нахуй. Да, это тоже там. Дай я тебе одну фотку сделаю. Давай, брат, конечно. Это где окончается поставить, что ли? Это, брат, стрим, твич называется, брат. Фотка, брат, обижаешь, кристаллики. В смысле? Брат, долго бороду отращивал? А? Мама, полгода, брат. Утром полгода? Брат, машина черная, вот стала. Мне? Да. Мне 29, брат. Мне 22. 22? Блядь, как он? Меня, бля, мне 22, брат, да. На его бороду за полгода, я клянусь. Это борт с мая месяца нашел. Посмотри. С мая месяца. С 11 июня. Июля. 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 Ля. 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 У него за полгода посмотри, что случилось. Ебай, похоже, что это люди пишут. Там дохуя, брат. А я не знаю, что пишут. Какой растет, какой ты растет. Я хуй знаю, сама по себе растет. Ничего не использую. А вот они вышли, там большая. Давай по мае, скажем, одну пошли. Сегодня, ну сегодня так, 2000 есть уже. Одну пошли. 6 тысяч смотрят, блядь, 8 бывает. Твою лицу, блядь, одну пошучу. А я хороший турбин. Не, нормально, пусть не выебывается. Не, пусть не выебывается, блядь. Говорю, черная или серая, как ничего, пошла, все. Подожди, я сейчас видео включу. Можешь крикнуть так же? Я сейчас не смог, там, серьезно. Это, знаешь, как получается? Случайно, понял? А что под ингушки песни? Это мой трек любимый просто был. Да? Который Маку? А? Замку. Я турок, брат, но я люблю чеченский. Он Ахска, брат. Да? Ахска. Ну, грузинский турок, понял? Понял. Мы все с Грузии, брат. У нас первая буква Г, понял? Просто люблю маку, мне живу, все резинские, аварские. Брат, давай, брат, понят? Можешь, мака, брат, гайф, да? Можете нас здесь поставить на такси, понял? На целости будем развозить, понял? Плохо, прикинь, смотрите. Да, это мака, мне живу, и кто там что, блядь? Аварская певица, блядь. Это? Зайна Пахаева. Сайгаибова? Зайна Пахаева. Махаева, тоже в городе. Сайгаибова, тоже нормально. Я сейчас мне телефон кинул, блядь. Не, не хуйня, брат, только открылись. Сколько времени? Сейчас даже ролик себе поставить. 40 минут еще осталось. Серьезно? Да, да, да. Зачем мы поедем? Ой, мы поедем. А, я домой поеду. Не, в Red Rooms. Ты куда поедешь? Охуенно, брат. А куда, брат? Ханибани? Ханибани там стрипуха. Это рядом с Red Rooms. Брат, вот посмотри. Вот я его маму ебал, брат. Смотри, какая тема. Бабки есть, машина есть. Один хуй в машине уходит. Где это, сука? Слышишь? Был релакс? Нет. Серега? На Гагарина. Бля, я сейчас на видео ебал, скажу, нахуй, пиздец, что за реклама. Смотри, вот так сейчас сделаю. Вот и поехали. А у меня колено как болит, блядь. Бля, похуй. У меня вообще мениск. Она, прикинь, в моменте сказала, что ей в смысле похуй, понял? Правильно. Все, да-да-да. Брат, не будет она, будет другая, брат. Что у тебя с мениском? Ну, сломал я. Футболист бывший. Футболист бывший, брат. Вот так ты ломал его, брат, смотри. Ау, там. Еще хорошо, у меня только снизу, у меня только снизу шов, брат. Да? Брат, у меня нету, блядь, я киокушин всю занимался. В смысле, братуха, Саня? Борьба выпала. Оставь до их, брат. Я сейчас тебя, блядь, телефон кину нахуй. Тихо. Ты откуда, братан? Я Дербент. Дербента? Донского. Молодец. Дербент, да хоть кто киокушином занимается, кстати. Он мастер спорта, брат. Блядь, здесь одни мастера спорта. Да, там урод мало места, в машине не похуй. Слышь, я стреляю, понял, в уход по коленям, блядь. А хуй только мастер... А потом люди ходят, жалуются, что миниски болят, да? Поэтому потом с Грузией уезжаем, понял? Хуй только мастер спорта, один хуй за... Весна будет застрелить, нахуй, надо, блядь. Бля, вот он, брат, смотри, мастер спорта, первый дан. Блядь, я буду с Апшеронска, ко мне приехал, зачем, знаешь? Долбоеб лечится. Грыжу лечу в шею. Грыжу лечит, понял? Спорт я его рот ебал, блядь. Хожу целый день лечусь, блядь. Здесь обламывает, брат. Вот есть же факт, да, вот сейчас братья стоим. Вот выебывается, понял? Вот, ну, ты нахуй мне так очень сильно внимание обратил, брат. Бля, вот обломала меня. Маму ебал Грузия, просто Россия, понял? Хайдзан, кестым, брат. Са гурбан оларам. Ярдашим.
Давай, брат. Давай, брат. Давай, брат. Давай, брат. Связь дай, хлан сагур, брат. Жлип бой, хайдзан. Номера менде, брат, уха. Сколько ты еще в Краснодаре? Брат, твич, что ты? Брат, нам бурдаем, брат. Мен, ахи, пир машина. Я его на ютубе смотрел. Это наш брат, брат. Мы с ним вместе в ГТАшку ебали. Мы против них воевали же. Ламаджо, Лахмаджо, это вот мы Ламаджо, понял? Может, в них хуярились очень жестко, брат. Мы на Твиче, брат. Вот Адам, наверное, зайдет. Дед Адам. Зайдет. Все, давай, брат. Давай, брат. Барбара сейчас самое стреляющее заведение. Барбара? Я даже не слышал. Недалеко она вот здесь, в ЖК Тургене, знаете? Да, знаешь. Все, местный. Завел. Завел. Скажите, дай ему, блядь. О, успокойся. Люди спят. О, успокойся. О. Выебываться же надо, тубилиски, он, твой рот еба. Чё ты, блядь? Идиотко, блядь. Мне похуй. Я каком кайфе, я того, всё еба. Вот сейчас на красноармейскую попиздится жёстко. До крови, жесть, GTA 5 RP, блядь. Слышь? А? Хуй, на. По правилам, брат. Азмага, хуй, на. А у меня жинка пишет, а чё делать? Самолайком. Женьки, отчет делаю полный. От А до Я. Все, отчет сделал. Женька, меня отхусость. Как ты добряешь? Мама любит скорость. Саня, ты заебал. Писить хочу. Держи, я писить хочу. Что хочешь? Писить. Я въебать хочу. А я пойду в ебу, брат. Делай. Заебал тоже уже. Моросит, блядь. Парни, отрезали. Я вам клянусь, я выпью, я отрезу, я слежу. Я блюдю за порядком, блядь. Ебанутые люди, ну. Если я ворчать не буду, блядь, кто будет ворчать тогда? Сам с парнем каким-то разговаривает. Я взял телефон. Да. Я его искал, я помню, он где-то был, он, по-моему, под деньгами лежал. Все, брат, ему обещайте. Слышишь? Это не как в Синодоре Поляна в 5 раз меньше, блядь, 40 рублей. Да. Фу, какой я красивый, ба. Так, короче, вот эта девчонка на стриме, которым они... Я ну, не буду выебываться, конечно. Вот эта девочка, которая в черном платье, поняли, которому он подходил постоянно, Ренат, поняли? В очках была и вторая, которая с ней. Которая, я говорю, вторая идет, фу, ебаля. Того рот ебал гондон мой, она, брат, всю дорогу вот так на меня смотрит. Все, не знаю, к чему я это сказал, мне похуй вообще. Нарисуй, бля. Вы не заебались на наши ебальники смотреть 6 часов? У меня женьки нет. Клянусь, брат. Нет, делайте. Слышите, что, на массаж киньте денег чуть. Бля, я курить хочу. Я бы, бля, кальян бы въебал бы, блядь. Нам кальян какой-то принесли, уебанский пиздец. По-братски, посмотрите. Он говорит, я трезвый. Блять. На него. На этого? Рубашку абхаз чистый, на рубашку наполовину заправил. А! Тагам салам, кинь, брат. Можно по телефону разговаривать? Он там что-то качает, стоит. Могут спокойно въебать, раз кто-то с кем-то качает, что-то рассказывает. Этот с кем-то разговаривает. Что такое Барбара? Барбара это типа барбер или что? Что за Барбара? Лео. Я не знаю, это. У меня тапка, это будет. Тип говорит, я Сэм Равшан Сэм, понял? Я Сэм или Сэм Равшан Сэм? Ты что же трезвый был? С тобой что? Какой трезвый? Ебанулся, что ли? Где колено, брат, колено. Нахуй, еще могу. У меня телефон вибрирует твой в жопе. Иди нахуй, гол. Кто-то хочет нахуй. Ты нахуй спать. О, он толкнул. Прям может тофнуть нахуй уже стрим, нет? Чё скажешь, брат? Ты трезвый? Сейран.
Какого хуя мы не пьем? Он говорит, сенат. Что за сенат, блядь? А? Это типа Ренат, что ты с головой, бля, лысый, что ли, ебаный? Сенат, говорит. А, это пацана так зовут, оказывается, прикиньте, сенат. Я думал, он, блядь, ну, Ренат, сенат, что-то не договорил, блядь. Сенат, Ари! Поехали в Барбару, заебал. Не заебал. Черт, мы пиздец. Хорошо. Им пизда обоим. Поехали, пробим, да. Бля, да ну нахуй. Да, ну ему тоже пизда. Он, братан, сейчас со стенкой. Я кому нормально ебаный в рот. Сделай тише, брат. Музыку тише сделайте. Музыку, музыку тише. Так, так, так. А? Так? Что так? Так, тише. А, нихуя, ты телефон делаешь? Делаешь, делаешь. А чего не въебывается, он не громкая музыка? Ну она моросит, заебал. А это откуда она пришла? Она внутри. Внутри сидит и громко? Ну походу, бля. Я сначала думал, меня подъебывают, блядь. Бра, синька зло, бра. А? Синька зло, пиздец. Да как? Ну бра, я тоже пил уже. Я же нормальный. Стар, ты умеешь пить. Сейчас скажешь, конечно, Шашир умеет пить. Где он вообще? Не умеет, когда он умел пить. Он Барбара не какая-то, ничего не умеет. Хуяр, ничего не умеет. Саня, где хуй? С днем рождения. Спасибо. У него тоже день рождения. У меня. А девы — это самые лучшие люди. Согласен. Стоп, не, я дева. Дева. Да, я еще дева. Дева — это самый потрясающий. Даже? Я 14 лет уже не дева. Бля, ну брат, не кипишь? Да не кипишь, да, нормально. Брат, здесь я столько вот здесь навидался. Не-не-не, кипиша не будет. Типа я в яму головой переворачиваю, чтобы понимал. Он, кстати, в яму в эту въехал, нет? Бля, трехсотка была, трехсотка. Здесь яма где-то есть, или вон она, да, он не доехал до нее. Ну, передним колесом ебанется, блядь. Да не, если руль выкрутил вправо, не ебанется, блядь. Хочу я туда подходить, блядь, там, блядь, гадости люди. А что у меня с телефоном, он заблеванный есть? Какой-то хуйне, блядь. Куда? Все, беда, пацаны. День рождения отметил, охуительно. Приходите, Барадашвили, будем вас ждать, блядь. Охуительно все. Всех пропускаем, никакого фейс-контроля, блядь, лично от меня. Делаешь? Конечно, осуждаю, но делаю. Блядь, это что за ебанутые номера? Этот откуда сзади вылез вообще? Мне кажется, уже надо вырубать, понял, стрим. А ты что с собой взял? Ром, на, хочешь? Нет, нахуй надо. На, одну пачку возьми от меня. Не, не надо, на шпак есть. На дуре? Вырубай нахуй! Я нашел туда, что-нибудь полезное дай, ну брат. Поехали кайфовать дальше, вырубай стрим нахуй. Куда тебе кайфовать? Ты уже выпил столько. Кто? Заведений столько нету, сколько ты выпил. По-братски, брат, в смысле, я, брат, алкоголь склада. Подожди, мне тёлка пишет. Слышишь, это выкинь. Для тебя уже отдельно алкоголь заказывали, чтобы купил. Я в итоге, короче, я сейчас, знаешь где, Борода Групп? Ты где? Барадашвили. Скажи, куда приехать. Барадашвили же есть, старший. Старший. Мне скажи, куда приехать. Самая моя любимая, блядь. Все, я в смысле ебать. О, салам алейкум. Тебя в чате уже сам будет сейчас. Не да его. Куда он сядет? Никакой выбор, брат, все целый стоит. Вот у нас трезвый брат есть. Он не пил вообще. Поехали в Барбару. Лапша! Э, сам. Чка. Да хуйня, блядь, пиздец. Мапа в нас возьми. Что, брат? Да я поснимаю вас, брат. Сейф, блядь. Секьюрити, где в городе? Сисюри там. Сейчас сусь нахуй. Брат, дай девочек пойду поснимать. На-на-на. Что делаешь, работаешь, блядь. Мне Равшан зовут. Равшан. Иди нахуй. Саня, ты кирпич. Что за кирпич, Яра? Ты же кара. Короче, это наш брат сам. А что он выкинул? Он говорит, отойди, блядь. Похуй, не слушай его, блядь. Да, пойдем в Барбару, Барбару, Барбару. Я, в смысле, пьяный. Брат, не сними. Я, в смысле, женюсь на ней, заебал. Счастье любит тишину. Девочки, да подожди, как тебя зовут? Меня Лера зовут. Лера. А тебя как зовут? Кир. Как тебя зовут? Да ну, что ты прячешься? Кира. Кира, очень рада, это девочки. Так и что, девочки, вы куда газ держите? Мы короче, сегодня... Кстати, я в ямочку с вами зайду, вот так вот пообщаюсь. Да я угадаю, тебе сколько лет? Что? Сколько ты угадаешь? 19. 21. Тебе 22. Можешь так близко просто не снимать? Спасибо. Сейчас она отдаляет, но в целом ты не беспокойся. Она вот так вот снимает, понимаешь? Это реально стрим, Кира. Тихо. 2000 человек. Кира. 25? Нет, 26? 26? 26? Кира, та урод ебал, тебе сколько лет?
Слушай, я в тебя влюбился, но скажи честно. А я в тебя влюбился. Да, честно, я в смысле, все, да, пиздец, у меня. Да море, куна, вы на всех углубили, что ели, блядь. Инфлира. Короче. Хорошо, пацаны. Сам. Дагам, салам, кинь, брат. Дагам? Да. Здорово, брат, как? Армянин тоже, брат. На миров. Роликсы. Я тебе могу подарить свою жизнь, но не тебя, а Лере. Поехали, короче, газовать. Лера, let's go in on. Заводи Ешку. Равша, Сэм. У меня просто машина на грузинских номерах. Злой 3-9. Или, блядь. Злой 3-9, девочки. Поехали. Камутелло. Ам-ял-ял. Ваши кефпе есть. Ваши, у меня тоже есть. Один кефпе есть. Так и что, давно самая любимая. Сиктыр не видит. Ты когда моя нелюбимая была? Скажи да мне. Я просто в моменте потерялся, блядь. Знаешь? Значит, это пузырьбики, брат. Это пузырьбики, брат. Иди нахуй, это 3 литра. Просто соберем домой, ра. Машину кинь, умоляю. По-братски машину кинь, ра. Блядь, не ходи, 5000 дали. Джан балес. Хопар. Хопар. Хорисаре. О, Сера. А пойдем сирену запалим, пошли сирену запалим. Бля, Саня, бей эту хуйню, поправь. Да мы на стриме. Ринат. Смотри, ты мой букет уронил. Ты вот должен в два раза больше, значит. Это завтра он разберется. Саня, как говорится, вещи клир, правильно? Куда вы это все вот выкладываете? В Инстаграм. Смотри. Я блогер. Я, знаешь, как меня зовут? Дава. Да. Знаешь, вот это? Дава М. По рукам твоим слезы. Дава М. Какой танцор, я певец. Я знаю, как пою. Ваша такси приехала? Ну, спой давай. Зайка. Что тебе спеть? Зайка приехала. Не, зайка, зайки рот ебал. Какой нахуй зайка, по-братски, блядь. Кролик, мэрэк. Поехали в Барбару, блядь. Что за тема? Я в Краснодаре, блядь. Раша, скажи, пусть ко мне машину съехала, братья. Что делал? А я теперь тоже со съемкой. Да это все хуйня съемка. Брат, не снимай, ну они наши сестры, брат. Я тебя снимаю, брат, только. Сделай, брат, фирменную двоечку по-братски. А, блядь, хрустит все уже, старые, блядь. Они думают, что я уже хрущу. Не снимаешь нас, чтобы потом... Да мы все снимаем. Что? На... За время полиции снимать? Да, блядь, тебя не видно. Я уже еду. Включи вспышку. Не надо, пожалуйста. Не, оставь, не надо. Ничего не трогай, не надо. Я на стриме, девочки, я вообще не могу. Девочки, ты как снимаешь, блядь? Да я, блядь, снимаю. Полный курсом, блядь. Охуительно. Саня, Кира, Лера. Того рот ебал, смысл, я давай, давай. Не форскую, брат, ударочку взял эту. Подождите, я... Заебал. Лера. Лера, пиздец, я влюбился. Чей? Хапок и мере куним? О, Лера. Лера, вот, смысл, я ее люблю, брат. Того рот ебал, вот, я ее, знаешь, как люблю, брат? Вот как Тесла любит бензин, понял? Охуеть. Ну, в смысле? Базара нет. В смысле, я взорву. Девчонки, Кира. Дай бог тебе здоровья. Ты спереди, значит, все. Ты девочки, это все хуйня. У нашего брата Рината целые 63-е. Да. Он хочет здесь день пару кругов дать. У него день рождения, кстати. Ты не говорил об этом. С днем рождения тебя. А сколько тебе исполняется? А сколько ты дашь? 24. Подожди. Хватит, жри, девочки, шестой пас. Сигареты прям в лицо. Да нормально все, что ты. Все, короче, заводи машину. Сэм! Поехали в Барбару, заебали вы. Барбару поехали. Давай. Лера со мной. Сам брат, Аси брат, эй Кубар Аси. Это маленького телефона. Здесь все нормально. Я тоже наш брат. Я ваш видеооператор сегодня, пацаны. Там две мотели хорошие, тут тебе учить надо, блядь. Поехали. Иди нахуй, посели кунац, блядь, заебал нормальные. Бодрас кунац. Ты заебал, блядь, заебал. Ну раз со сна, блядь. Давай заводи Раешку, блядь. А мы ебаем, взял фарами, иди заведи, ну. Да заводи! Умоляю, выруби стрим, блядь. Ну, брат, сейчас все увидят, блядь. Да похуй, говоришь, пусть видят, брат. Похуй, мне это... Сидят, меня, пусть все, пусть сидят, похуй. Телефон поехали. Возьми, выруби, я здесь. Контент нельзя проебывать, брат. Пиздец. Аури. Телефон возьми, выруби, я здесь. О, это мой брат, а? Пакистан, смотри. Сфоткай, Ранас. Я на стриме, брат. Пару скриншотов Ринату отправьте. Рина в городе. Нам похуй, да, брат? Либо. Нас всегда похуй. Это хорошая. В Телеграм, в Инсту пару скриншотов закиньте. Пару слов, девочки. Как ваш канал называется? Ринат! Канал как называется? У меня? Правильно? Можешь просто зайди в Инстаграм и там единственный с галкой. Нет, стой. Ты, в смысле? Он с галкой самый охуевший. Он что сказал, единственный с галкой? Нет, в смысле, это самый. Это был наш брат. А где твой кирпич? Я уже убрал. Спасибо.
Да все, все, брат, иди, иди. Я дошел. Ну, Саша, получается, брат, стримяга? Все охуенно, брат. Стримяга, на. Ма. Парича на пар. Аба, конечно, брат. Лился, да, уже? Да не хуя, брат. Не осталось только подписчиков, брат. Да хуя, ты еще не научился вот так делать. Да ты не читаешь, надо разворачивать, понял? Ишхан, заебал, да поехали. С Барбару. Поехали. Блядь, у нас три. Сейчас, брат, сейчас еще дальше. Что там говорила? Телефон снимаешь, да? Я верю, я очень. Что ты одна можешь снимать? Сейчас, подожди. Что ты я хочешь? Влился, брат. Пожди, умоляю. Давай, блядь. А что ты тоже, блядь, так боишься, как будто Дед Мороза увидела, ты, блядь, а осенью? Что происходит? А где чья машина в итоге? Брат. Вова где? А ты не Вова. Брат, чья? Садишься, брат. Садись, блядь. Это моя. Да? Гондоном не будет. Заебал, буду тоже. Садись, садись. Но потом фотку сделаем. Ну, сделай. Как я объебан, блядь. Я не объебан. Слышишь, Лер? Лера, верно, да. Иди сюда, смотри, вот, посмотри, как мы выглядим. Мне образ... не очень нравится, это верх некрасиво падает. Да, 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 а что мне сейчас делать, подсветку включить? Не надо ничего включить, просто меня не снимай. Брат, слышишь, брат? Хау. Брат, чужая машина, брат, не садись. Да, своя машина, брат, что это хуйня не меняет? Не, что ты делаешь, брат? Слышишь, Ваня, свой. Не сними, блядь. Слышишь, я, дружище, это Сань, видишь? Поехали в Барбару, заебали. Сестра здесь все, пацаны. Сань. Поехали, брат. Ой, не сними, не сними, она в розыске. Поехали, брат. Так я мне можно снимать. Гнат, брат. Гнат, поехали. Поехали в Барбару, побрал тебе твич, видишь? Брат, в табазар. Мы выглядим нормально? Охуенно. Я не слышу, тут со всех сторон. Слушай. Снимают? Нас Сань, снимают. Поехали. Слышишь? На камеру. Подожди, брат. Так и говори. Поехали, короче, в Барбару. Людей просто да, так и есть. Нормально. Выслушай. Чуть внимание слышь? Прояви. Да. Поехали, по тачкам сядем и да, поехали в Барбару. Сколько времени? По тачкам ты. Два. Блядь, все, поехали. Пьяный, Равшан, поехали. Едьте, подожди. Ну, Раша, сейчас Раша. Придет, брат, сейчас Вова придет. Брат, забей свой Равшан, я к вам поеду. Дайте, Саня, ты заебался, Ира, хуй ты со мной едешь. Да, Равшан. Равшан тоже с нами едет. Бля, ёбаный цирк, Шапито, Виктория, блядь. Да я, скорее всего, выключать буду эти, бля, моросят, там что-то, какой-то детский лепец его включили, блядь. О, ебать, поправляют. Все, вас не светит. А почему вы мне что-то говорите? Я здесь при чем вообще? Мой стрим, а я не владелец. Да я ворчать не хочу. Подождите, стойте, подождите. Секунду, секунду, подождите. Дайте я разъяснюсь. То есть, когда я их заебаю... И говорю, что сделать. Вы говорите, ворчишь, ворчишь. А сейчас, когда я молчу, вы сидите, говорите, делай, делай, ты старше, да? А, как заговорили, блядь. Смотрите на них. Ворчать, да, надо начать? Я могу, мне похуй. Короче, они говорят, брат, что понял, мы с тобой самые нормальные, надо уже делать. Своему кешу. Ебать, 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 ебать. Лучше из лучших. Она так прикольно заводится. Бля, Краснодар, брат. Девчонок хуево тонна, бля. Брат, в любое заведение напали... зайди, их миллион. Как они напали? У девчонок напали в 30 человек, ебаные тупицы, блядь. Их миллион ебаных в Краснодаре, бля. На двух накинулись, бля. Север. Причем да. Красивые были. На хату эти, брат. Фирес! Снег, давай мы выкаем. Снабрук пойдет. Домой едем, потрезвейте, потом поедем. Я с вами. Да, брат, да, мы да. На хату, по-моему, поедем. Вы на хату сидите? Да, на хату, брат. Потом мы сейчас отрезвеем и выйдем. Сам. А, ах, блядь. Сам, да. А. Хата. А. Как у меня сам называют, прикольно. Делаешь музыку, шма? Иди своего подельника нахуй зацепи, блядь. Не, он не мой подельник, он дал. Ой, блядь, чуть не стрельнул, блядь. Пусть скажи, ничего страшного. Охуели, блядь. Это канал, брат, нормально. Чуть не стрельнул, блядь. Да, да, да. Все, едем. Давайте, пацаны. Едем кайфовать, надо отдохнуть. Давай, брат. Я вас всех люблю, обнимаю. Вы самые любимые сокровища, которые у нас есть.